прочитаю свои стихи, точнее такую как бы одну композицию из стихов и всяких заметок, замечаний, цитат. И подыграет мне Дмитрий Студеный на басу. Экспериментально подыграет. Экспериментально, да. Мужественно, я бы сказала. Моя родина — человек. Постоянно оказываюсь за границей. За сетчаткой сгорел закат, побережье украли птицы. Не достроит себе корабль, скрыт под снегом, растает. Дети разберут утеплить подвал, дыры выстрелов зашпаклюют. Поселение, давай уедем в город белый, на берег моря, где война отступает резко, где любовь подступает тихо. И стучится в дверь пограничника, всем рискуя, ничем не жертвуя. Деньги, золото, только парус. Предпочитает спички, жует антиникотиновые конфеты, вспоминает лето на Соловках, рыбу ловил, гулял, как на даче с бабушкой. Уверяет, что моя память устроена так же. Пятому классу преподает математику. Слушаю, отвечаю, запоминаю, как обращает внимание, что передо мной лужа. Кого-то по телефону называет «друг мой». Отмечаю походя болевые точки, страхи и странности. Внутренне закрываюсь в ожидании неприятного, говоря: «О, бокс! Бокс — это прекрасно!» Чувствую себя собакой в переноске. Шапочку дурацкую напялили. Хлопья снега на нос и в глаза. Мир огромный и бессмысленный. Шумный, бесконечно продолжается. Снилось ночью, что я девочка, вышедшая замуж за флориста. Розы, гиацинты и гвоздики. Утром в лифте тетеньку облаяла. Крупная такая, было страшно. Поезд из Смоленска не возвращается. Там белое море, пустыня Гоби. Гуляю, гуляю, глядя на мост. Голубь не подлетит, псина не пробежит. Позже пройдет с хозяином. Что ты им в ноги бросаешься? Они злые все, как собаки. Машет хвостом, прощает. Злая память под ковриком не сберегается. Припрячешь, мешает спать. Даша, спасибо тебе. Ты сделала для меня путешествие, дорогу, трип. Ключевое — быть там, где ты есть, просто ехать. Начало грустное, но сошла с поезда и отступил Wi-Fi. Работа, заботы. Набережная, разговоры о жизни. Юрьев солнце, берег озера Имень, монастырские сухарики с чесноком. Следом старые крестьянские избы с теплыми предметами и даже фото хозяев. Город, кошки в окнах. Утром служба в храме Сретения, берег реки, гуманитарный институт. Знакомство с отцом Евгением, потом Женей, книги, такси, театр «Жест», страшное слово «Никогда». Миша, Саша и Аня, кошка, Наталья, бриошь, Кремль под дождем и ветром, икона знамени. Дождь и полиэтилен на стенах Кремля, перед огромной башней, через реку. По любимой Дашиной улице, сейчас Андреевская, от школы до дома. Ужин, такси, вокзал. Такси жалуются на бобров, и что не смог в выходные из-за снега посадить виноград. Каким ты видишь себя через 15 лет? Скорее, в каком внутреннем состоянии? Только и радости у человека. Это всегда такая роковая история, когда... Ну, пускай, пусть он будет только. Просто такая история, когда есть бас, всегда хочется сказать погромче бас. Неизбежно. Мы же даже шутили на эту тему, а все равно вот я сейчас чувствую, что не могу удержаться. Только и радость у человека выдрать зуб мудрости и на шатыря понюхать. Привилегия бледных. Столько крутого, хорошего в жизни обштыривает исключительно это. Когда в 12 лет врач сказал по-французски, что выдрать все немедленно, я, единственная в семье французский знающая, перевела родителям: можно вырывать, можно оставить. С тех пор у меня болела периодически челюсть, когда они росли, и потом челюсть болела всегда, когда они выросли. Ну, что там я еще наделала 24 года назад? Пришло время исправлять. Мэри отказала организовать.
организатором в проведении марша против коррупции. Вторая репетиция парада Победы в Москве пройдет в середине марта. Синоптики предупреждают жителей московского региона о сильных. Поляна из 1500 подснежников появилась в аптекарском огороде. Синоптики предупреждали о сильных, и сильные появились. Наташа говорит, есть предположение, будто бы растения – это очень медленные животные. А Джуд Лоу говорит, доброта, если она не сочетается с фантазией, рискует стать просто показухой. Лермонтов был очень весел. Он узнал меня, обрадовался. Мы разговорились про Гагарина. Радио, где психи читают свои стихи. Посмотрите, с ментальными нарушениями, а картинки можем. Удивительные старики помогают другим. Инвалиды тоже хотят найти свою половинку. Дядя, дядя, посади на полку. Когда нужен буду, достанешь. Я посижу тихонечко, даже дышать не буду. Паутиной покройсь, а мы мыльной водой. Под полиэтилен на сутки. Кому пульверизатор? Кому захлебываться? Каждый цветок в горшке, а единственный дядя никого не сажает. Села в поезд, ты исчез, выходи меня искать. Роется в песке кулик, детский голос над рекой. Мы сидим, глядим в огонь, сварен суп, заварен чай. Машинист тебя везет, ну а лодочник уснул. Будет утро, ты придешь. Это кто тебя тут ждет? Доносился его голос сквозь ненастье. Беги сюда, здесь столько рыбы, столько счастья. Группа православные стихи. Извини, забыла твое имя. Аня. Ох ты ж, я забыла свое имя. Спасибо.